вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами Нафиг Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Коротко о погоде. Погода все та же самая. Солнышко встает, ветер дует. Минус 20 чем-то там, не помню. Мы с вами вновь на Сиге. Поймал вот уже пару штучек. Приехал сегодня рано-рано утром, но бесполезно. Видимо, подойдет ко времени, а может и не подойдет. Получается, точку я свою сегодня найти не могу. Телефон у меня вчера сломался. А то, что вчера сидел, задуло все, хрен его знает примерно. Сориентировался, может, угадал, а может, нет. Так что не знаю, повезет сегодня или не повезет. Пару часиков подергаем. О, какой-то прискакал один. Сегодня народ появился, еще пара палаток стоит. Рядышком встали. Нет, что-то неактивный этот сижок. Вроде нюхает, но не берет. Ну и не крупный. Видимо, сегодня пока похуже. Солнце еще не поднялось. Видать, темновато там на дне еще. Круги выписывает на приманку. Нифига не реагирует. Ждет компанию. Парочка подошла, каких-то некрупных. Вроде интересуются. Куда ты мимо-то хватаешь? За карабинчик тяпнул. Оп, есть. О, толстый. Наетый. Что-то сегодня такого актива, как вчера, нету. Стайка одна пробегала. И то без интереса. Мелочевка ходит. О, покрупнее пришел. И мем пошел. Что-то сегодня совсем не тот компот. Неужели правда не туда сел? Блин, нормальный сик вроде. Один.
объектив не брал с собой, не знаю, как приспособить. Нюхает. Повыше взял. Вижу наживку. Наживный, вот такой крупный подошел. Мимо.
Тайка подошла. Эх ты, блин. Вот видно было на камеру, какой-то он побитый маленько. Покорябанный. Медленно, но кучка прибавляется. Вы куда? Вот суки. Мимоходом три штуки так чик-чики ушли. Просили показать, на что рыбачу. Еще раз показываю. Вот такая вот блесенка. С подвесиком. Вот буквально сейчас прочитал в комментариях опять тут вопрос. Уже сколько раз показывал. Такая блесенка. И кусочек того же сига. Что тоже показываю в видео, что отрезаю, наживляю. Как бы даже вчера, во вчерашнем видео это было, но под этим же видео задают этот вопрос. Такая вот. Все. И рядом любая мормышка с таким же кусочком мяса. Сегодня на одну удочку махаю. Придется, друзья, преждевременно заканчивать рыбалку. Что-то дочь позвонила. Что-то надо помочь срочно там. Придется сгребаться. И ладно, 8 штук я сегодня поймал. И то хорошо. Не в холостую. Мне еще с телефоном надо решить проблему. Что с ним случилось, блин, ни хрена непонятно. И как обычно, я не сделал резервную копию. Это очень плохо. Кивочек порвался. О, налимчик плавает. Маленький совсем. Худой, как этот. Хи, блин. Страшный. Камера без функции записи. Вот он подплыл. Немного, может, получится вам показать. Вот он, еле видно. Вот он.
темное пятно. Камере плывет. Только удочку смотал. Тебя бы-то я выцарапал такого маленького. Размотать, что ли? Блин, не успею. Давай голой блесной, может, успею хоть. Нет, пошел быстро куда-то. Ушел, ага. Да ладно. Хрен на него. Ну, вот такая, друзья, сегодня вышла рыбалка. Всех с праздником, с Днем Защитника Отечества. Всем всего хорошего, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Ну а я сегодня вот с таким вот небольшим уловом. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке.